Папа, я хочу тебе сказать. Ты дашь мне покушать хоть один Мы раз? Купили с Катенькой кровать. Надоел ты мне. В магазине проверяли, 2 часа на ней скакали. Вот теперь спокойно можно спать. Иди спать, да, ты нормально, что вы там делали? Пока вас не будет дома, мы кровать поставим дома. Только нас, Катюхой, не убей. Ты что, гадство, волочь? Я ее тинь-тинь разочек, а потом мы на балкончик. Я и мой дружочек Хуавей. Какой Хуавей? У тебя айфон. Пап, это не телефон, это другой дружочек. Он другой еще дружок. Ах, скотина, пацан!